Так, вилки у нас, получается, будут слева, ложки должны быть справа, тарелка, фужер, но все равно что-то не то. Так, я не поняла, мы что, гостей ждем? Будем за столом об интернете рассуждать? Нет, я практикуюсь в этикете. В этикете? Откуда у тебя таким знанием взяться, джентльмен? Ты же на бал по фейс-контролю не пройдешь. Между прочим, я уже месяц штудирую сайт assemblea.kg. Там много практических советов. Вот все выучу и пойду на бал вместе с Юлией Огневой. Всем привет! С вами Юлия Огнева и лучшие сайты этой недели. Самый разгар школьных каникул, когда все мысли на пляже, на море, мало кто вспомнит об учебе. А ведь есть задание – прочти это летом. Не, ну а чё же, жара же, лет. Ну что тут возразишь? Хотя я предлагаю провести свободное время с пользой. Например, узнать о гениальных или даже безумных идеях, а может быть, предложить свою. И все это на сайте idea.user. Любая идея может ускорить прогресс. На этом портале собраны небывалые выдумки. Их еще называют креативы. Каких идей тут только нет. И для бизнеса, и для украшения дома. Здесь и коврик-будильник, и сумка из виниловых пластинок, и раскрашенные бутылки из-под кока-колы. Но все это цветочки. Как вам концепты устройств, помогающих сохранить экологию? А вот еще умопомрачительная бизнес-идея обувной компании. Сотрудникам, прошедшим испытательный срок, предлагают деньги за то, чтобы они не работали в фирме. Почему? Узнайте сами на сайте idea.uz. А вот веб-разработчики из Киргизии больше обеспокоены этикой и культурой поведения. Они собрали почти 6 тысяч тематических статей на сайте assemblea.kg. На портале, получившем название «В мире прекрасного и безобразного», наверняка каждый, даже самый наивоспитаннейший интеллигент, найдет для себя что-то новое. Настолько много тут советов. Как вести себя в обществе, как прилично одеться, идя на тусовку или серьезное мероприятие. Здесь научат и правильной сервировке стола, и культурному распитию напитков, не обязательно спиртных, и расскажут о том, как влияет компьютер на жизнь студентов. Весьма полезный портал для тех, кто склоняется к прекрасному, а не безобразному. Решили купить ноутбук, но сомневаетесь, какой лучше? Друзья дают разные советы, а менеджеру в магазине вы не доверяете? Тогда загляните на сайт notebook.tj. Он поведает обо всем, что необходимо знать лэптоповоду. Для того, чтобы выбрать нужную модель, стоит для начала определиться с его назначением. Будет ноутбук игровым, домашним или бюджетным вариантом. На сайте предлагают описание не только каждого типа, но еще и конкретного производителя. Кроме того, здесь найдете подробный рассказ об устройстве лаптопов. Кому-то будут интересны советы, например, как подключить ноутбук к домашнему телевизору, чтобы просматривать нужные файлы или видео на большом экране. А на десерт – интересные, но дорогостоящие штучки, вроде клавиатуры пианино, мультимедийного рюкзака или USB-холодильника. Если вы уже присмотрели себе ноутбук, но он слишком дорого стоит, это еще не повод отказаться от мечты. Вам прямая дорога на первый казахстанский сайт фрилансеров – penguin.kz. В первую очередь ресурс поможет заработать, не выходя из дома. Здесь сотни вакансий, позволяющих работать на дому. Кроме того, найдете статьи о карьере и профессионализме. Главные заводчики пингвинов проводят конкурсы на лучшие рассказы, статьи и эссе о фрилансе и профессиях. Для участия нужно пройти регистрацию. Особенно интересен портал будет журналистам, дизайнерам и программистам, чья работа легко осуществима на дому. На этом все. Подробнее на сайте нашей программы. Смотрите рубрику «Найдено в сети» через неделю. Ищите с нами, ищите сами.